межконфессиональным отношениям Общественной палаты Нижнего Новгорода профессору Нижегородской государственной консерватории имени Глинки. Добрый день, дорогие варнавинцы. Разрешите мне в наш замечательный праздник, а ваш праздник — это праздник всей Нижегородской области, передать слова поздравления от Министерства внутренней политики правительства Нижегородской области, от штаба общественной поддержки партии «Единой России» и от Дома народного единства. Первый год в нашей области работает такой дом, который объединяет всех народов России и тех, для кого Россия стала вторым домом. Это наши бывшие соотечественники нашего родного Советского Союза. Дорогие друзья, позвольте вам напомнить, что ваш район, он на особом месте в области. Это труженики, это северяне, это сильные физически и духом люди, сохранившие традиции российского народа, ценящие их, любящие жизнь. Низкий вам поклон за ваше единство, за вашу сплоченность, за вашу поддержку всем инициативам позитивным, созидательным, которые есть в нашей стране. Слава Варнавина! Слава Нижегородской области! Слава России! Дорогие друзья, со мной руководители Ассамблеи народов России, представители разных народов. И я передаю слово представителю азербайджанской общественно-культурной автономии Расиму Кулиеву. Уважаемые варнавинцы и гости данного прекрасного края, позвольте от имени азербайджанской общины города Нижнего Новгорода и Нижегородской области поздравить вас с вашим днем. Вы знаете, информация в открытых источниках и со слов наших коллег гласит о том, что всего лишь около 3000 с лишним, да, человек проживает. Но прогулявшись в течение часа по этому парку, видно ваше единство, да, видно ваше дружелюбие, единство варнавинцев. Пусть и многонациональность, кстати, да, вот я из Средней Азии вижу ребят очень много, с Южного Кавказа. Пусть ваш край всегда остается таким же прекрасным, с такими же красивыми видами, с таким же многонациональным. Ведь Россия, она всегда славилась своим единством, единством своих народов и прекрасностью своей земли. Берегите себя! С праздником! Мы просим на эту сцену подняться участника районного фестиваля дружбы народов Григорян Ариан и получить наш подарок. Григорян Ариан, пожалуйста, поднимайтесь. Вот какая у нас замечательная девочка. Поздравляем. Спасибо. Я предоставляю слово руководителю Белорусского культурного общества Нижегородской области, заслуженному деятелю культуры России Наталья Ивановна Пинякова. Добрый день, дорогие варнавинцы. Я первый раз в вашем городе. Мне очень понравилось. Действительно, вы столько делаете. Такой прекрасный город. И я просто вчера разговаривала с белорусами из Минска и сказала, что я приезжаю сегодня к вам. И я от имени белорусов Нижнего Новгорода и от белорусов Белоруссии поздравляю вас с праздником. Желаю вам дальнейшего процветания. Конечно, чтобы очень было дружно, чтобы все-все дружили в вашем варнавинском районе. Еще раз праздником мира и добра. Ну что ж, Белоруссия с нами. И Наталья Ивановна поздравляет участника районного фестиваля Абдулаева Бахтиоржона Абдулахматовича, представитель Узбекистана. Где? Абдулаев, пожалуйста, пожалуйста. Сердечно поздравляем вас. Спасибо большое. Я предоставляю слово представителю Узбекистана. Александр Федорович
Селиенков. Спасибо. Дорогие варнавинцы, гости этого замечательного города, я хочу сказать, что Россия – это многонациональная страна. Здесь у нас более 180 национальностей, в Нижегородской области 215 национальностей. И я смотрю, здесь Варнавина тоже много людей разных национальностей. И здесь я как-то сразу приметил знакомую фигуру в великолепном восточном наряде «Хан Атлас». Я к ней подошел, ее зовут Руфина. Она представляет здесь Узбекистан, город Термез. А я, ну, почти 50 лет прожил в городе Ташкенте. Вот. Ну и последние 20-21 год уже живу здесь у нас, в России, в Нижнем Новгороде, который город, это родина моих родителей, предков моих. И я с огромным удовольствием хочу поздравить мою землячку и, конечно же, всех варнавинцев с этим замечательным праздником. Желаю добра, счастья, здоровья, всего самого-самого доброго. А к Руфине я хочу обратиться на родном ее языке. Ассаламу алейкум, Руфинаджан. Халайсес, ахваларсиашма. Сау саламатли. Бугун байрам мубарак болсын. Я переведу вам, я поздоровался и так далее, и пожелал, чтобы сегодняшний праздник был веселым и счастливым. Ура! А вам... Вам, пожалуйста, подарок, Руфиночка. Мы поздравляем Хакимову Руфину Тагаевну. Всего доброго, спасибо. Видите. Я передаю слово руководителю ираноязычных народов Эраджу Бойву, представитель лингвинистического университета, один из преподавателей, доцент. Дорогие варнавинцы, здравствуйте. Дурут Баршумо. Очень важно, что сегодня отмечается такой замечательный праздник для вас, для меня и для моих коллег. Большая часть здесь находится. И я очень рад тому, что здесь, на земле Варнавина, которая является очень древней, славной своими достижениями, живут представители самых разных национальностей. Я думаю, конечно же, для многих варнавинцев культура Ирана является чем-то незнакомым. Я думаю, мы исправим это недоразумение, потому что сегодня я увидел, что большое количество культурных учреждений действует на территории района, и мы будем развивать активное сотрудничество. Мы уже сделаем подарок для всех вас, потому что мы передадим книги на русском языке современных иранских писателей, посвященные персидскому эпосу «Фонд библиотеки». И таким образом каждый варнавинец, каждый гость района сможет здесь, на Варнавинской земле, познакомиться с культурой Ирана. И это особенно важно в свете активного развития взаимоотношений между Россией и Ираном. Поэтому всех вас с праздником, дорогие друзья!